So let's start with this. Well, by the way, what is the difference between job and work? So how are they different? Работа, работать. Ну, job профессия. Да. Uh-huh. Yeah, some kind of position, yeah? Of what kind of work you do? Ну, это, знаю, как просто собирательное, что-то такое. Просто работа. Ну, работать это, ну, это глагол. Ну нет, еще есть и существительное тоже work. Ну, да, work вообще... просто какая-то работа. Да, работа. Да? You can well do a job, yeah, or work and stuff. So well basically, если это какая-то, значит, определенная, да, константа. So you have a job, you are an engineer, work это уже сам процесс, больше, да, действие. It's quite easy. And so let's move on now here. So task one, grammar. Теперь мы будем говорить про других людей. He, she, it. Да, про одного человека. Он, она. Либо будем про предметы еще. Да, so let's have a look. Now we're going to listen to small audio. And what we need to do is to understand in these three sentences which is right. Так, тут три пары предложений, нужно разобраться будет, какое мы услышим. Окей, okay, let's start. 3.15. Your English is fantastic. What do you do? I'm a teacher. I teach English at the university here in Madrid. Do you like your job? Yes, I like it very much. What does your husband do? He's a tourist guide. He works at the Prado Museum. Does he like his job? Yes, very much. He likes art and history. And he doesn't work in the morning, only in the afternoon. Does he speak English too? Yes, he does. He speaks it very well. He meets a lot of British and American tourists. Do you speak English together? Only when we don't want our children to understand. Okay. So do you need a second listening? Ну, если можно, вот у меня первая София, ее муж живут в Испании, я понял. Так. Еще раз послушать, да? Давайте еще раз сравним. 3.15. Your English is fantastic. What do you do? I'm a teacher. I teach English at the university here in Madrid. Do you like... So that's Spain, yeah. I live in Spain. Your job? Yes, I like it very much. What does your husband do? So do they like their jobs? Yes. Uh-huh. They like their jobs? A tourist guide. He works at the Prado Museum. Okay. Tourist guide. Her husband is a tourist guide. Гид. 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 Да, турист. Yeah. Okay. So well, by the way, just right below we can find some more examples. Смотрите, здесь ниже, да, есть расшифровка того, что услышали. And here we can have some more examples. Yeah, by the way. Смотрите. Only when we don't want our children to understand. Что-то дети еще. Когда мы сказали, не хотим наши дети. Не понимают? Понимают. Да. Когда мы не хотим, чтобы дети нас понимали. Да, да, да. Тогда на другом языке. Давайте Окей, who would start? Слава, please, can you start? Самое начало тоже. New English is fantastic. Ну вот мы. Английский прекрасен. Я учитель, я учу английский. What do you do? Это что вы делаете, да? Yeah. Я учитель, я учу английский в университете. Не, what do you do? Это не что вы делаете, а
Кем работаете? А, ну да, раз она говорит, я учитель, да. Кем работаете? Я учитель. Я учу английский в университете в Мадриде. Ага, здесь, в Мадриде. Вам нравится ваша работа, да. Yes, мне нравится. Очень нравится, да. Что ваш. Кем работает ваш муж тогда? Ага. Да? Он туристический гид, да. Он работает в Прадо музее. Вам нравится? Ему нравится его работа. Right. Да, очень. Uh-huh. Он любит искусство, историю, да. Так. И он не работает утром, только после обеда. Uh-huh. Он говорит по-английски, на английском тоже. Он тоже говорит на английском. Да. Он говорит очень хорошо. Он встречается со многими англичанами, американскими туристами, английскими и американскими туристами. Uh-huh. Вы вместе говорите, да, по-английски, только когда мы не хотим, чтобы наши дети нас понимали. Uh-huh. Yeah, that's right. So it's quite easy. Right. Обратите внимание, тут, когда женщина рассказывала про мужа, про него, да, he, там используется уже глагол несколько иначе, чем мы до этого использовали. То есть, например, про себя говорим как I like. Это не исключение, это правило. И оно довольно простое. Мы говорим I like, да, или you like, you work, they work. Там все как бы заканчивается глагол на первой форме. Больше ничего не добавляется. А здесь, смотрите, he likes, he works. Что еще? He doesn't work. Да, и вопрос, does he speak English? То есть везде есть s на конце. Либо на конце самого глагола. He likes art, he works at the Prado Museum. Да? Либо, если это отрицание, то будет в вспомогательном глаголе. He doesn't work. Как про себя говорим, I don't know. А тут he doesn't know было бы. Doesn't. Либо вопрос, если у нас идет does he speak. Не do you speak, а does he speak. Да? Okay, so it's the rules are quite simple. Let's get to C. Заданием C тут. Давайте найдем соответствие. Chart. So I, you, да, смотрите, первый столбик, все, что относится, опять же, к I и you, да, я и вы, или ты. Второй про he, she. Про, если прямой вопрос задаем кому-то, do you, да, what do you do? Здесь тогда в вопросе как будет, чем? What does your husband do? What does your husband do? Okay. Вторая строка, do you like your job? Тут было бы... Does he like his job? Does he like? Так и третье. Yes, I like it very much. Yes, he... Likes art and history. Likes. Okay. Alright, so let's try to practice a little bit with this. Page 92. Это уже 3C. Здесь, как видите. Из всего ряда таких... Употребление present simple, да, выделяется только эта группа местоимений. He, she, it. Это надо очень хорошо запомнить. So, let's have a look. Сюда, опять же, в отрицании doesn't, в вопросе does в начале. Краткие ответы. Yes, he does. No, he doesn't. То же самое. She does. It does. And so on. Так, ну, это, в общем, все случаи. Единственное, смотрите, ниже. Spelling rules, да. Там еще одна такая табличка на белом. I work in an office, he works. Здесь просто S. Там, если глагол заканчивается на гласную, I live in Spain. Да, просто тоже S добавляется после гласной. Затем... Это глагол, да? Это глагол, да. В вопросе, да. Да. Потом, смотрите, I watch CNN. Тут слово заканчивается на ч. Да, и все слова, которые кончаются на ч, ш, Double S, X. Да, там будет добавляться уже ES для удобства произношения. I watch, she watches. Watches. Ну, как мы с вами работали с множественной формой у существительных, примерно так же. I finish work. То же самое на ш заканчивается finishes. Не finishes, а finishes. Так, I study.
И точно так же, как в существительных. На y заканчивается, если нужно переделать ее на i и s. It's quite simple. И последнее здесь вот. Теперь исключение. Их немного, их три. Вот эти три слова. I have, I do, I go. Да, здесь have тогда будет меняться на has, если he или she. Do на does. Go, goes. Так, в общем-то, это все, что нужно знать. Давайте попробуем тренироваться. 3C. So, Sergey, please, can you start? They read magazines. Тут нужно предложение составить. He. Меняем they на he. Справа 3C. 3C, да. Первое предложение. They read magazines. He read magazines. Смотрите, не все так просто. He. Только что посмотрели. He, she, it добавляет на конце глагола. S. Да? Тогда как? He reads. He reads magazines. Да? Второе попробуйте еще, Сергей. I teach small children. Так, I teach. Если мы говорим, что моя сестра обучает детей. Teach. Да, это teach. Teaches. Да, было бы teaches. Учить? Teacher, да. Так, получается, my sister teaches. Teaches, да, заканчивается на ch, будет es. Так, затем вопрос, как задать. Дилара, please. Does he speaks English? Uh-huh. Так, смотрите, еще вот момент. Does. Один раз только s где-то употребляется. Если это вопрос, а, то просто speak, does, да, does. Поменялось. А дальше в первой форме. Does he speak? В этом функция этого вспомогательного, он сам меняется. Глагол остается как есть. Does he speak? Так, дальше. I don't eat fish, my brother. Евгений, please. I don't eat fish. My brother. Так, не ест. My brother doesn't eat fish. Doesn't eat, okay, very good. Doesn't eat fish. Then five, please, Сергей. Okay. Вопрос тут, do you like cats? Нужно к ней задать. Так, do you, получается, she likes cats? Смотрите, это вопрос. Так, do you like cats? Это так начинается вопрос к, do, к you. Если she, то на первом месте какой будет? Does? Does? В каком-то месте будет S на конце. Здесь, если вопрос, то у does будет. Does she? Дальше как? Так, потом как продолжить? Does she like cats? Okay. All right. Like Без S. Mm-hmm. Good. Okay, six, please, Slava. Six. Andrew has two brothers. Okay, has. All right, Evgeny, please. My mother doesn't watch TV. Doesn't watch. Okay. Doesn't watch. And eight, please, Sergey. I study French at show. Так, еще раз. I study French. 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 At show. School. Еще раз все вместе попробуйте прочитать. I. I study. Study. I study. French. 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 At school. Окей. Okay. Как переделать? Про Саймон. Изучаю французский в школе. French. Саймон, надо Simon. Сказать, да? Изучает. Стадия тогда как будет меняться?
Сергей, please. Саймон. Симонс. Саймон studies French at school. Studies. Okay, very good. Там, да, IES будет. IES. А почему здесь не надо употреблять, да? Это утверждение? Там, где предложение простое, да? Mm-hmm. Не нужно вспомогательный. Mm-hmm. Да. Да. Там внутри меняется. Если это отрицание или вопрос, то выносится как бы, да, за ним. Das. Okay, let's get to be as well. Так, тут, наверное, попроще. Сергей, please continue. Sorry. Она слушает радио. Как listen тут поменять? Не знаю, сколько. Я вот это вообще ничего не понял. Тут только объяснили. Смотрите, есть I. Как сказать? Я говорю по-английски. I. Как говорите? Не знаю, как говорить. Speak. Yeah? Speak. I speak. I speak. I speak. Ты говоришь. А местоимение какое? Ну, как будет ты? You, да? You. Форма какая? Такая же? Так, смотрите, 92-я страница, вернемся немного. 3A, 3B. Мы про это все говорили, что I, you, we, they, везде одна форма. Если speak, да, вот это вот. Так он изначально выглядит. Все изменения потом уже с ним будут проходить. You speak, значит, также остается. То же самое про we и they. Я с ним тоже. We speak, they speak. Здесь мы перешли к другому случаю. У нас здесь he, she и it. Вот они вот все добавляют s. S на конце, это уже глагол. Мы берем speak и s на конце. He speaks, she speaks. И все. Здесь тогда как будет? Она слушает радио 1. She. Слушает в скобках рядышком. Listen to radio. Так, she еще раз. She is listen to radio. У нас есть listen. Как он меняется, если нам надо сказать про she? Смотрите. She listens. Хорошо. Listens to Radio 1. Okay. Next one, please, Dilara. Does you yet meet? Тут вас подловили. Все перемешка. Тут you. Это не he, не she, не it. Oh. Do you? Do you eat meat, yeah, конечно. Uh-huh. Так, three, please, Евгений. Где она живет? Так. Это вопрос. Так, у вопроса что? Смотрите слева. Ну, лифс. Не будет лифс, это вопрос. Where does she live? She live, okay, good. Where does she live? Uh-huh. Юж. Сергей, please. My husband... это отрицание, да? Uh-huh. My husband do not like big cars. My husband мысленно на что можно заменить? Он. He. А зачем заменить? Чтобы проверить, какая форма нужна тут глагола. Что my husband, за этим непонятно, как нужно глагол поставить. Это же означает he, он. Не совсем так. Отрицание это, да? Так, если отрицание, то там...
меняется вспомогательный. Как вот вы говорите, я не знаю. I don't know. То есть будет не no, not, как бы, да, а don't. Нам нужен don't. Здесь тот же don't есть, но он просто s добавляет. Don't see. Почти. Так, doesn't, да? Doesn't. И все. Doesn't. My husband? Как получится? My husband doesn't don't like because... Один раз S добавляем. Doesn't. S на конце. Doesn't не надо уже. Смотрите. Так, как вспомогательный, относящийся к do, к I, you, we, they. Yeah? Мы говорим I don't know, например, we don't go, we, they don't work. Здесь уже, кстати, будет does. Does. Какие случаи в отрицании и в вопросе? My husband does not like because... Okay, yeah, doesn't like. Does not like. Because, okay. Слава, please. Так, такой номер 5. What do they have for breakfast? Okay, right. He watches TV at weekend. He watches. At the weekend. И S на конце. Okay, Сергей, please. Вопрос. Вопрос, do you hear? What? Does? Does. Да? Does произносится. Does. Does he want? Want. Tea or coffee. Tea or coffee, окей. На конце want надо S? Нет. Не надо, потому что S в первый. Вот здесь. Окей, Дилара, please. Что это, ресторан? Ага. Он, как мужской? Как и тренинг. The restaurant doesn't open at the weekend. Окей, ну как-то так для начала. Alright, so far so good. So let's move back. Пойдем. Alright, so let's get back to page 28. And also, let's try to practice with the endings, with the pronunciation of them. В каких-то случаях, как мы узнали, и S ставится, да, где-то S просто. Все они произносятся по-разному. Так, послушаем сейчас. Task 2A. Да, там три ряда с словами. Первый ряд со звонким звуком Z. Z. 3.18. Zebra. Does. Does. Has. Has. Lives. Lives. Listens. Listens. Reads. Reads. Snake. Snake. Likes. Likes. Speaks. Speaks. Works. Works. Eats. Eats. Drinks. Drinks. Is. Is. Finishes. Finishes. Watches. Watches. Teaches. Teaches. Okay, so that's quite easy so far. So, now we're going to do the next task B. Мы услышим, например, I like art. И нам надо переделать. В зависимости от того, мужчина, женщина, he, she. Да, то есть сказать, он любит искусство. 3.19. 1. I like art. И мы вот говорим, как здесь по примеру. He likes art. Например, так. He. He likes art. 2. I speak English. She. Как тогда будет? She speaks English.
Попробуйте, да, проговори. She speaks. Сергей пишет. She speaks. English, а? Послушаем. She speaks English. Okay. Three. I live in Rome. My brother. Переделаем. Brother is In Rome. So all together, my brother lives in Rome. My brother lives in Rome. My brother lives in Rome. Okay, good. Four. I watch MTV. She watches TV. She watches MTV, по-моему, было, да? Просто TV. TV. She watches MTV. MTV, было. Five. I want a coffee. He. He wants a coffee. Yeah. He wants a coffee. Good. Six. I have a dog. John. John has a dog. Okay. Да, то же самое. Имя какое-нибудь, и сразу, значит, дальше has. John has a dog. Seven. I don't eat meat. My sister. My sister doesn't eat meat. Там не дует. Че она дует? My sister doesn't eat meat. Doesn't eat, okay. Eight. I don't read books. My son. Doesn't read books. My son. My son doesn't read books. My son doesn't read books. Nine. Do you work? He. Does he work? Так, это вопрос. He. Он работает? Yes. Thank you. Does he work? Так, если вопрос, does he work? Да, вначале does he work? Ten. Do you drink tea? She. Does she drink tea? Does she drink tea? Okay, that's one. Alright, so far so good. Well, I guess, we could have a break now, just 5 minutes, and then we will continue with jobs and stuff.